Я приветствую всех посетителей канала Pixert. С вами Данила Pixert. А это контент по StarCraft. Если вы пришли на канал за StarCraft, он там находится StarCraft. Сегодня я придумал удивительнейший формат. И никто никогда его вообще не использовал, я уверен. Это реакция на моих подписчиков. Это не реакция, это обзор, потому что реакции делают только лошары. What? У вас установлена актуальная версия браузера. Да, спасибо большое, действительно. Я рад. Открыть YouTube. У меня 14 лет запой. Самый лучший день это никогда. Это реально. Мы начинаем с рубрики «Сталкер» и все связанное с ним. Канал хороший, Phantom Beast. Чувак, я где-то его видел, может быть, с ним ходил, может быть, в «Сталкрафте». Наверное, а он приколямба по ДРГ. Она, короче, забагалась. Кто наш шахтер? Можете тут пробурить снизу под нее? Ну, блин, пробурить под нее, и он даже не сделал какой-нибудь шутки пошлые. Окей, все. 3 из 10. Вот это видео. Тут чел один, очень похож на йоги. Блядь, а ну, иди сюда, твою мать. Куда вы похуели? Бежим. Устроят нам Хиросиму. Да, Хиросиму и Нагасаки. Хиросима и Нигерсаки. Заводный кабану, понимаете? Заводный кабану, блядь! Ты что, мы не башням нарывать дробовика на перелез, чтобы трахнуть сало, блядь, и выжрать его потом! Я буду Гитлера под это ставить. Вот, это 100% йоги. Вот, значит, да, есть канал под названием чувака Кен Сики. Открыл один кейс на свой день рождения. Шок, в скобочках, не байт. Сталкрафт. Что будет дальше? Что будет дальше? Охуеть! Охуеть! Ебать! Блять! Сука! Охуеть! Охуеть! У-у-у! Блять! Блять! Сука! Мне нужно сейчас добавить что-то как Максим из 100-500, наверное, типа. Не, ну вы видели, как он матерился? Особенно, когда он говорил Гаусс-пушка. Да? Ну, я искренне поздравляю чувака Кен Кенши за то, что ему 2 года назад выпала Гаусс-пушка. Ставлю ему 10 из 11. Следующее. Канал Аптик ТВ. Аптик ТВ. Как Оптик ТВ. Здесь что-то страшное. Не, нихуя. What? Я не тот, по-моему, GTA запустил. Всем привет, ребята. Сейчас будет обзор моего персонального склада. Так, я все понял, спасибо. Это особый склад. А, прощайте. Да, я умер. Молодцы, красавцы, идиоты тупорылые. Молодцы, там 5 тел в отряде. Сейчас один прыгнет, залутает второго и все. Аутисты тупорылые. 4 лимона. Меня не вини. Идиоты конченые. Ник мой не... Ты со мной более полугода общаешься, я не знаешь мой никнейм? Ты конченый, реально, ты полгода со мной общаешься, не знаешь мой ник? Просрать 4 миллиона в Сталкрафте, да кому это надо? Вот 4 миллиона в реальной жизни просрать, это, конечно, понимаю. А вот 4 миллиона вне нашей симуляции, вот там, вот если мне... Там еще вообще херовее. Бухалкер РП. Что значит РП, не знаю, ролплей, наверное, но почему бухалкер? Неизвестно. Лежишь, падла? Правильно, собаке собачья смерть. А ну-ка, дайте-ка я что-нибудь забацаю. Ребят, перед тем, как крафтить что-то, вы нормальную, блин, фигню придумаете. У меня, видите ли, свое изобретение. Я сам немного изобретатель. О, пряник. Да. Это этот канал FNF Черт не совсем про, ну я бы сказал, про вот так, у нас продолжается история. Теперь у нас история про Егора, самого веселого, страшного слендермена в нашем классе. Бле-бле-бле.
Мы, кстати, вот нашли SCP-228, это Вова. Он окончательно сдох, потому что он сдолбался уже мозговой радиации и письку мазать. Короче, и пошел в канал, нахуй, заебал. Вот я понял, почему я добавил в Сталкрафт, потому что радиация, здесь и письки, и все, что с Сталкрафтом связано. Это кот его, кстати, это... Да, это кот, это не собака, вам кажется просто. Сидит он, играет с нами в Clash of Clans и в Minecraft. Спокойно, но потом ему опять в его башку ебануто пришла еще одна идея. Самая лучшая на свете. Это его чпок. Делать ему не было, и он начал его вот так крутить. И он потом его вот так вот вертел. Потом вот так вот вертел, и вот так. Потом начал, блядь, со стенка шатать, вот так. Там наш дом трясся, там просто было из Америки слышно его. Зачем я решил снимать это видео? Но это не все. У нас история продолжается, теперь у нас идет Саня. У него есть бутылка, он который вот так вот делает. Его собака, которая... Это кот, это кот, он сам сказал, что это кот. Оно не зря стоит, оно не зря стоит в категории Сталкрафт. Оно не зря стоит в категории Сталкрафт. Оно не зря стоит в категории Сталкрафт. Следующая рубрика. Летсплееры. Хан Максим, у него единственный ролик на канале. Это 17 марта. С вами Макс. Это мое первое видео на YouTube. Контент будет долбоёбским, и никто его смотреть не будет. 0 подписчиков, 0 просмотров. Как минимум, мы можем друг другу соотноситься, если это правильно говорить, потому что у меня тоже такой же контент. Крипплей, канал в спячке, и вряд ли что-то можете на нем ждать. Максимум прикольные ролики из игр. Вот так. Они даже не боятся вот этого значка, который... Я Shadow Fight, кстати, не играл вообще. Андрей постоянно его не играл. Мне не нравится, потому что там они бьют замедленно как-то. Я же привык к Mortal Kombat, где там ты нажимаешь на кнопку, он тысячу делает. А в Shadow Fight он так... Анонс. Неужели новая игра? Возвращение Майна на ПК? Вопрос. Я не знал, какой поставить фон, и я поставил, как я делаю суп из пряников. Суп из пряников? Серьезно? Суп из пряников такой существует? Посидев полторы недельки без телефона за то, что я не делал домашнее задание, я получил компьютер. Посидев полторы недельки без телефона... За то, что я не сделал уроки, я получил компьютер. Суп из пряников — это существующая вещь? Нет. Рецепт супа из тульского пряника. О, да, фига себе, он его... Я не выпускаю это... видос, фу, блин. Скатился. Это кефир, он кефиром его. Слушай, а может быть это действительно вкусно? Ну что ж, дамы и господа, давайте проверим на практике. Застойны ли жизни супы из пряников? Берете пряник. Пахнет! Обалденно. Вот этот вот, он уже стульс, он тульс, он не тульский, а тульс, и отдельно ки есть. Убедитесь, чтобы ваши пряники были тульскими. Нарезаем на вот такие вот части. Вот, нарежем их вот так вот. Мисочку. Потом берем кефирчику. О, какая красота! It's fucking disgusting. А дальше у нас канал под названием Крас или Кпак. Это какой-то плохой слог, по-моему, по-узбекски. Он занимается анимацией в Майнкрафте, что, в принципе, неплохо. Здесь как бы не покринжевать, не посмеяться. Я не думаю, что здесь можно сделать одно или другое вот из выше перед. What the fuck, что случилось? Джек взлетает над Анжеликой. И, наверное, это должен был быть бэкфлип. Типа, но. Он приземляется на землю, на голову.
Бам-бам-бам, сделал бэк-фронт-флип. Развернулся, пока она думала, о, ну и зарезал. Он убил себя. Ребята, сегодня я анимешник. А по этому видео я вообще не знаю, что сказать. Мне кажется, его вообще не надо добавлять, нахрен он нам. Чел убегает просто, я просто скажу. Окей. Эндри Студио. Как Эндри, только Эндри Студио. У него здесь много всего интересного есть. Распаковка бустера Technic Fusion. Бустеры. Всем привет, с вами Андрей Маслеблок. Сегодня в этом видео мы будем распаковывать этот оригинальный бустер карточек покемонов. Так, на нем изображен покемон Мью, всем вам известен. Валаби. Это, ну, смешная такая. Яйце курица. И, как вы уже поняли, я посмотрел, тут Оникс. Довольно красивая карточка Оникса, не блестит, но тоже вполне ничего. Ну, чел, не. Ну, я хэштег relatable, абсолютно relatable, потому что, ну, что у меня тоже всякие карточки такие вот, да. Даже вот такие карточки бывают. Вот такие карточки бывают, а? Видели? Майнкрафт? Реально Майнкрафт? Я тебе даже больше скажу, у меня есть блестящие карточки. Смотрите, как они блестят. Они... Эндри Студио, спаси и сохрани тебя. Magic the Gathering, Wizard of the... By Wizard of the Coast. И пусть тебе даруются только фойловые карты. Но мы же здесь не просто так. Вы же понимаете, что этот канал не просто здесь так. Может быть, у него и в последнее время выходят только какие-то музыкальные ролики. Тем более, может быть, и не его даже. Моргенштерн... Тире Пабло Икс Мия Риси ТВ Баба Динозарв... Помимо этого, да, раньше он делал достаточно интересный контент. Бедный парень. Ему, видимо, мама несколько лет назад не покупала бустеры. Он разозлился и сделал свои бустеры. Всем привет, с вами Андрей Мазерблок. Сегодня я снимаю свой обзор своей ККИ, коллекционной карточной игры. Называется она «Веселое царство». Вот первый бустер на 10 обычных карт. Нарисован здесь. Я и моя мама. И начинаем. Первый. Эта карта называется... Срака подрыв. Максим, как ты думаешь, он в конце бустера себе обязательно какую-нибудь overpowered карту нарисовал? Типа, чтобы сказать, блин, мне выпал золотой срака, поминатель какой-нибудь. Золотой слэйф. Он может за одну атаку нанести 10, 300 бакс, за 300 бакс нанести атаку, да, боковую. За 300 бакс он сделает фистинг. Дальше бронх, это дополнительный предмет, который можно... выдать своему человечку. Нарисованы легкие, сердце. Бронха. За 2 очка. Бронха. Использовать атаку артроз. Она наносит 2 урона. А за 5 бронхит. Дальше это русский еврей. Кто? Русский еврей? Русский еврей, реально? Режиссер и постановщик Гай Ричи. Написано «Русский и ей». «Русский ей». Скорим для нужды! Водка для русского. Это сталкер. У него 10 жизней. И 5 действий очков. За 3 очка действия вы можете использовать атаку Гауска. Гаусс-пушка, сука, выпала, блядь! Это Андрей. Андрей! Ему выпал Андрей! У меня не был Андрей. Я долго открывал эти бустеры, но, если честно, Андрей еще не выпал. За 2 действия очка
а у него их 20, вы можете использовать атаку Аллах, которая наносит 5 урона. Я все. Следующий канал, ребята, я не знаю, я никогда не фанател по 90-м, и я знаю, что есть определенный пласт людей, которые действительно фанател по 90-м, может быть, которым нравится вот эта бандитская романтика, но иногда такие люди создают такие ролики, вот такие вот. Мы воспитаны жестко и не по ГОСТу, на улице подпольных Адидас и Лакоста, и если есть вопросы, спроси у взрослых, встречай тут люди из 90-х. В общем, да, самп, веселье. Самп, самая лучшая игра. Обожал в сампе работать бомжом, ездить туда-сюда на мусорке. Отличная игра, люблю такое. Я бы сейчас на твоем месте не рыпался. Я сейчас вызову охрану, и вас всех повезут исследовать леса. Леса? Да, леса. А, тебя найдут, падла. I am the danger. Все отлично знают, что Уолтер Уайт — это главный крышала 90-х. Вместе с агентом 47, Гоустом, да, Гордоном Фрименом, Мастером Чифом и Санта-Клаусом с рекламы Coca-Cola, он там. What? Jesus Christ. Вот этот чел, наш главный герой, он сразу прописал усталость, типа, его избили, на самом деле нихера не избили, он 79 здоровья процентов. Он типа такой: «А, меня побили уже, не бейте». Ждем третьей серии, в которой оказывается, что всех крушует Стив из Майнкрафта. Ублюдок. Десять из десяти шедевр. Лунтик Russian YouTube Poop. Супер, я не смотрел Лунтик. Ну это просто пиздец. Блин, что же мне теперь делать? Скучно в этом месте. Есть дело. Я в деле. Сукин ты сын, я в деле. Ох, да, мы вступаем на опасную территорию, мои друзья. Канал Мегабони.ру. На тамнеле у него здесь, или как он, на плакатике. Да, ФНАФ, понятненько. В гостях у бабушки все грехи. Хэштег грехи. Бабушка, кто-то под дверью насрал. Кошмар! Спокойной ночи. Бабушка, тут вчера какие-то звуки странные. Затем он спрашивал, если она же его прибила. Она орёт, как девчонка. Дорогие друзья, жареные семечки вызывают ряд смертельно опасных заболеваний, таких как СПИД, онкология. А нафига бы он отснимал? Будь пацаном, вывози за базар. А это что прикольно, это что они не услышат из рубом. Меня вообще кто-то слышит? Ага! Папа, дети словно Хали Берри, рука газировки черри, да, никому не знает, не терплю истерик. Ра-ра-ра-ра! По рукам по грамму пепел, я поплаваю. Следующий подписчик, следующий пациент, его зовут Чеканутый Легионерчик 771. Я банан, я банан, чищу банан, чищу. Почему нет ее на экране?
разберем этот вопрос. Видео на канале нет. Спасибо большое за просмотр, дамы и господа. Я очень рад, что вы присоединились ко мне в этом удивительном приключении по каналам моих подписчиков, которых, между прочим, уже набралось 3000. Представь себе, я пересмотрел, перебрал все эти 3000 каналов, ну, естественно, тех, которые, у которых открыт доступ к каналу, или вообще у кого есть канал. Приглашайте друзей, да, приглашайте друзей. И напишите комментарии, напишите, почему мой канал не попал в YouTube. Для чего я этот сделал ролик? Да хрен его знает. Ну, мне кажется, мне показалось это прикольным. Вы, ребята, лучше. У вас реально классный канал есть. У вас есть классный канал, у вас классные идеи. Вы заслуживаете лучшей юридической защиты. Сол Гудман!